Уже вечер у нас, мы вышли прогуляться и по магазинам. Сегодня будет очередной обзор цен на продукты и так далее. Вообще нет в мыслях, что покупать. Говорят, типа, не ходите на голодный желудок, потому что накупите много ненужного. Я иду на сытый желудок, поэтому у меня вообще нет мысли, что покупать. Но я иду с мужем, поэтому он, наверное, что-нибудь купит. Мне кажется, что у меня все есть. Вот. Погода хорошая, днем сегодня около 20, вечером упадет до 80 градусов, но в целом пока приятная погода. Собирались сегодня поехать в красивый парк погулять, но не сложилось у нас, не сложилось, потому что солнышка не было, хотелось именно по солнечной погоде пройтись, чтобы сделать красивые кадры. Сегодня высокая облачность была, вот, без дождя, но просто облаками все затянуло. Такая серость целый день. Вот, идем в ближайший магазин. Вот такие улочки, переулочки. Смотрите, какое красивое дерево впереди. По дворам тут очень тяжело ходить, потому что движение очень оживленное, а улочки слишком узкие. Практически, ну, нет тут места для пешеходов. Идешь просто по дороге, по переулку, и ждешь, когда тебя машина на пятки наедет. Так, вот он мой спортивный побежал. И чего я с ним спортом занималась? Опять смотрите себе, какую плюшку наел. Красотища! Так, обзор покупок. Вот такая большая капуста. 4500. Вес не вижу. Так, вот это не пойми что. 2500. Какая-то зеленюка. Это мужу нужно. Зеленый лучок. 1500, мясо, свиная грудинка, 9800, сколько же тут грамм? 694 всего лишь, навсего стоит 9800. Цены на мясо, конечно, поражают. Крабовое мясо, такая малюсенькая упаковочка, 70 грамм, 1000 стоит. Чеснок, 176 грамм, 2460. Еще вот такой вот лук. Муж лука набрал куда-то, не знаю зачем. 1800. Так, две упаковочки корма. Это любимый
любимую. Я стараюсь не давать, конечно, он как бы не супер, но иногда 1200 одна упаковочка. Так, это, значит, алкоголь. Макколи называется, течет, воняет. Господи, посмотрите. А я думала, мне показалось. Пахнет как квас. На вкус пробовал чуть-чуть совсем, вообще не как квас. Но запах такой соблазнительный, как у кваса. И вот такой вот рамен острый. Да. Йоль рамен. Подсказывает мне муж, как будто это что-то нам с вами говорит. Супер острый. 3500, кажется, стоил. 3500 или 3700. Тут 5 упаковочек внутри, больших, квадратных. И еще вот такие спелые бананчики. 1980. Много их. Сколько тут? Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8 бананов. 1980. Ну, хоть на бананы цена более-менее нормальная. Я, кстати, не люблю зеленые, покупаю всегда переспелые. Как раз спасаю бананы от того, чтобы их отправили на помойку. Потому что такие день-два, и все, будут черные. А я такие хорошо ем, потому что они сладкие и пахнут очень так сильно бананом. Зеленые вообще не люблю. Я слышала, что зеленые для жарки используют. А тут как бы, не знаю, среди моих знакомых много любителей зеленых бананов. Конечно, не жарят они их, так едят. Так, муж опять затеял кимчи. Опять будет делать домашний кимчи. Рецепт вы уже видели в прошлых видео. Поэтому, если кому-то интересно, быстрый вариант, без лишних заморочек, тогда посмотрите рецепт, оставлю на него ссылочку. Привет, малыш. Малыш, привет. Принесли ему с улицы какую-то метелку, оторвали с куста. И посмотрите, семена везде по полу. Ну ничего, он так рад. Ой, и Аришке нравится тоже. Ну играйте, мама потом все пропылесосит, ничего страшного, развлекайтесь. Так, а сейчас будет рецепт свиной грудинки вареной. Значит, вода, свиная грудинка помытая. Далее добавляем какую-то бобовую пасту, коричневую, соус, в общем, из нее. Сейчас покажу, как это выглядит. Вот такая вот. Называется контеджан. Дальше черный перец горошком. Зеленый такой большой лук. Я думаю, можно и обычный. И лавровый лист. Что-то много положил. Ну, не знаю, не знаю. Так, и сейчас мы добавляем необычный ингредиент. Кофе. Натуральный молотый кофе. Муж говорит, что это убирает запах свинины. Так, немножко пудры. Да, пудры из имбиря. Имбирь молотый, в общем. Я думаю, можно и кусочек положить. Просто у нас нету целого имбиря. Вот такая вот пудра из имбиря. Итак, вот такой вот ужин. Сегодня у моего мужа свиная грудинка. Но это не по-нашему, знаете, совсем не по-нашему. Наш обычно чесноком пахнет. Там, знаете, зелень добавляют. Но это не знаю, чем пахнет. Запах совсем другой. Совершенно не напоминает нашу свиную грудинку. Я вообще не фанат мяса. С таким ароматом и тем более. Так, опять муж приготовил кимчи. Большой контейнер. Вот кимчи, конечно, вкусно пахнет. Так, что же я буду делать? Я пойду себе делать салат с крабовой палочкой. Вот такой вот у меня план. Макколи сюда, Кодимар. Говорит, что это не алкоголь. Интересно, сколько там градусов? 6 градусов. Так, и снова всем привет. Это я, заспанная, со своей традиционной утренней укладкой. С чашечкой кофе. Недавно начала пить кофе. Такой слабенький, с молочком, с сахаром. Это для тех, кто беспокоится обо мне, считает, что нельзя кофе пить мне.
Так, ну и пирожок буду кушать, который вчера пекла, еще остался. Вчера был такой суетливый день. Знаете, напомнил мне стихотворение, которое я недавно заскринила себе ВКонтакте. Глаза открываешь, 8. Сходил в магазин, среда. Сварил себе кофе, осень. Прилег отдохнуть, зима. Понимаете? Вот, все-таки я люблю размеренность. Вчера был очень насыщенный день. Много, конечно, сделали. Такие суперпродуктивные мы были с мужем вчера. Но все-таки хорошо золотая середина. Не люблю, когда день совсем пустой, когда не понимаешь, что вообще ты делала, ничего как будто бы не делала. День прошел зря. Что-то кружилось, кружилось, только устала. Ну и такие чересчур перенасыщенные событиями всякими дни, они мне тоже как-то сбивают с какого-то гармоничного ритма моего внутреннего, опережают мои ритмы. Так, пирожок волшебный. Совершенно получился. Я, значит, смотрела всякие видео, искала какие-то идеи. Для новых быстрых таких пирожков бюджетных, чтобы недорого, вкусно. Вот. Нашла рецепт, называется «Знаменитый пирог с бананами», он же с яблоками, он же с персиками, он же с виноградом. Пирог на сковороде. Всего одно яйцо. В общем, мне все понравилось, только я немножко засомневалась насчет сковороды. И я боялась, что это, ну, там снизу варится вот эта какая-то карамель. Я боялась, что вот эта вот вся морока, все это может пригореть. Порча ингредиентов, плюс, ну, жирновато, может, на сковороде. Я, короче, взяла одну, только нужное из этой идеи и сделала пирог в духовке. Так, ну что я вам скажу? Я не перестала хомячить, не перестала. Слава богу, меня отпустило. Видимо, это было из-за орехов. У меня была какая-то, вот, знаете, вот эта вот, ну, тяжесть, я вам рассказывала. Орехи закончились, слава богу, и закончилась тяжесть. Нет орехов, нет проблем. Вот такая вот история. Так, сегодня у нас воскресенье. Муж возвращается в обед. И мы собираемся пойти погулять. Посмотрю на его состояние. И, может быть, пойдем погулять. Конечно, знаете, здоровье – это один раз на всю жизнь. Потерял, потом, может, уже не восстановишь. Мы с ним очень много гуляли в прошлом году, на длинные-длинные дистанции совершали прогулки. Это нас очень занимало, очень радовало, очень как-то заряжало энергией, впечатлениями. Мы обходили огромное количество мест. Муж даже говорил, что даже я не знаю, что тут есть такие места, столько лет, ну, всю жизнь практически тут живу и не знаю, что есть такие места. Мы вот с тобой все обошли, все посмотрели. Но после травмы ноги, которая у него случилась на работе в прошлом году, которая, казалось бы, быстро вот все восстановилось и вообще нет никаких проблем, но вот уже с конца прошлого года эта история стала напоминать о себе. Что-то у него время от времени побаливает, он ходит от времени в больницу на терапию. Сейчас купил себе просто массажер какой-то для ноги. Ну, не знаю. В общем, лучше не стало. Я вижу, что он, да, немножко тяготится всей этой ситуацией. Казалось бы, такой банальный переломчик, быстрое, успешное восстановление. И вот такая вот, ну, да. Печаль, печаль, да, потому что видно, что уже человеку тяжело ходить на большие дистанции. Да, и порой на небольшие тоже, потому что какое-то обострение идет, начинает она больше болеть. Кажется мне, что у людей здесь очень плохие кости, связаны, скорее всего, с рационом питания, потому что не употребляют продуктов в достаточном количестве, богатых, ну, кальцием и так далее, еще чем-то, что помогают усваиваться кальцию, потому что, ну, если старушки, тут большая часть старушек очень быстро как-то вот так вот буквой Г загибается,
прям конкретно складывается пополам, то есть, ну, спина, получается, не держит, да? И вот какие кости, ну, взрослый мужик, ну, сломал ты ногу, ну, я тоже ломала ногу, ну, и что, я, ну, крайне изредка она может что-то о себе напоминать, и изредка это значит раз в несколько лет какие-то бывают такие, знаете, фантомные поднывания в ноге, ну, все восстановилось, да? И вот он сломал тоже, у него в районе стопы был перелом, как у меня, и не восстанавливается. Более того, еще в тот же год, ну, то есть в прошлом году, он сломал палец, причем мы придавили пальчик дверью у обычного человека, да, у нашего будет вот тут как бы такой синяк, кровоподтек под ногтем, если пальчик дверью прижать, а у него хрустнуло и сломался пальчик. То есть он поехал в больницу накладывать на пальчик вот это вот типа гипс, ну короче, сломался, понимаете, из-за такой банальной ерунды, как дверью прищемить. То есть кости вообще никакие, как-то там его заставить что-то есть, там йогурт какой-то, молоко пить и так далее. Вот в малюсенькой баночке йогурта 100 миллиграммов есть, да, тут совсем маленькая кальция. Но даже вот это он не хочет съесть. Также он какие-то БАДы покупал, но тоже не пьет. Я не знаю, что. Ну, явно тут у людей есть проблемы с костями. Судя по тому, как быстро они прогибаются, проседают к старости. И надо бы уже об этом сейчас думать. Ну вот, может быть, и с ногой дело лучше пошло. Итак, ладно, всем огромное спасибо за внимание. В следующем видео сообщу, какие у меня новости, как мы сходили в понедельник, значит, в клинику, что с беременностью, как дела обстоят. Вот, всем огромное спасибо за внимание. Не забывайте ставить лайки, поддерживать мой канал. И пока-пока!